И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это снова Ark Survival Evolved. С новым обновлением Ark Expansion, точнее с новым DLC. Это вам не просто так обновление, это новый мод от разработчиков. И да, это не та карта, это карта Рагнарок. Но я играю на кластере серверов Greyhound. Решил до обновления на DLC начать поиграть здесь и, собственно, введу вас в курс дела. Вот список модов, который состоит на всем кластере. То есть, неважно, куда вы перейдете, везде одинаковые моды. И, соответственно, на Expansion точно так же все то же самое. Но я не собираюсь ничего туда с собой брать. Сначала хотел взять Летуна, но потом думаю, а зачем? Так же будет неинтересно. Поэтому будем начинать с нуля, даже китстарт брать не буду. Вот, здесь же я буду, как вариант, стримить. То есть сюда буду заходить, стримить и уже, соответственно, уделять, так сказать, внимание всем вашим комментариям. Вот, так, скидываем все это хлам. А зачем скинул, если все равно сейчас сдохну. Так, вес 0, все нормально. Теперь в моих планах это на синий обелиск рвануть и переместиться, собственно, на другую локацию. Возрождаемся. Джангл 2. Крайне долгое возрождение было, что-то прям аж ух, неожиданно для меня даже. Вот, и, собственно, что? Бежим на синий обелиск. Бежим, так сказать, перемещаться во времени. Вообще, я хотел стартнуть пораньше, но у меня выключили свет именно в этот день, с самого утра. Вот, поэтому, ну вот, как-то так получилось. Так, путешествуем на другой сервер, и вот он, весь кластер. Конечно, перемещаешься на Expansion, день третий. Кстати, я сегодня прям выложу эту серию. И переместить. Такс. Блин. Как-то много всего. Как-то очень много всего. Ой, какой-то сейчас пролаг был нехороший. Я даже не знаю, где заспавнить. Наверное, да, заспавниться лучше там, где рекомендуемо. И какой-то разброс прям огроменный. Причем это практически одно и то же. Ой. Санкин это вот здесь, что находится. Пустыня находится здесь. Снежный биом здесь. Так, в итоге, что мы видим? Здесь большая территория, по ходу дела. Здесь типа лес. Лес здесь-то огромный. Здесь снег, здесь пустыня. А вот здесь-то, не знаю, возможно, какой-то океан. Ну, давай, погнали. Блин, я даже не знаю. Вот эта точка и вот эта точка, они вообще прям конкретно рядом. Хотя вот эта точка, вот это тоже рядом. Давай в центре. Прогружается безумный мир. О, старые добрые трайки. Я думал, я здесь с обычных диносов даже встречать не буду. Так, ну что, постройки чем-то похожи на авиацию. Это понятное дело, как бы. Вы слышали этот шум? Мне он не нравится. Ой, а не, нормас. Да, нормас все. Опять-таки же, для чего я именно играю на сервере? Ну, чтобы проблем у меня никаких не было, типа, с вылетами и так далее, локалки. Вот, ну и, собственно, вот, пожалуйста, левел. Я немножечко покачался, и, соответственно, у меня уже левел есть хоть какой-то. What the fuck? Давай узнаем, агрессор он или нет. Нет, не агрессор, отлично. Enforcer, окей. Блин, ну окей, погнали. Погнали изучать этот красивый мир, однако. Красивый, вот это вот высоточки, все дела, блин, это круто.
Ну, кстати, меня радует. Здесь стабильно 30 FPS показывают при записи. А, карта прогрузилась. Ядрить. Я думал, все зависело к чертям собачьим. А, это из-за того, что у меня не есть SSD-шник. Да, к сожалению. Уж сорян, народ. А, вот. Новые растенечки. Классно. Так, ну еда мне точно нужна будет, так что нужно все собрать, это дело. Красиво. Красиво? О, нифига себе, там тоже... типа, короче, как обломки ворот. Шторка висит, блин. Портьера, блин. Так, ладно, погнали. Это у нас дерево. Бонсай, блин, растет здесь. Бонсай. О, водопад, погнали. Жоп, все, погнали на водопад. О, так. А какой ты левел у нас? Ну да. Сейчас пока что все еще маленькие идут, это нормально. Э! А, не, можно покупаться, отлично. Ох, господи, я думал отсюда. Дилка, иди нафиг! Так, ладно, погнали. Блин, я вообще, я не знаю, куда бежать даже, вот начнем с этого. Я хочу просто посмотреть, что, где, как. О, давайте заберемся повыше. Вот там иди нас встроить постройки, это мы всегда успеем. Фонарь, интересно, ночью светится? Это мы все всегда успеем. Давайте, я хочу забраться. Вам интересно, что там наверху? И мне интересно, что там наверху. Давай, чем выше заберемся, тем лучше. Вот по максимуму, докуда сможем забраться... Это что, это просто камень. А докуда сможем добраться, до туда заберемся. О, вообще 40 FPS. Блин, да эта карта намного... Этот, оптимизирование... Охренеть. Это что же было наверху? Не-не-не-не-не-не-не-не, я не хочу. Подожди. Фу. Так, у меня там новое сообщение, типа... О, а здесь это... Здесь еще ничего не настроили. Так, погоди. Что это за статус? Столько вышел из здания, сразу же появился статус. Да, это быстрое потребление еды. Отлично. То есть только выходишь туда, и все, и жопа сразу начинается. Отлично. Ну, кстати, а почему бы нет? Давай оставим вот это вот дополнение к ходу. Почему бы нет? Стекло. По крайней мере, мы будем смотреть за температурой. О, здесь жарче. Вот просто смотри. 35? Ну-ка. Ну давай! Алло, блин! Слышь, было 21. Я видел, было 20. Да, ну вас в баню нафиг. Блин, я из-за значка FPS, я не вижу, сколько сейчас времени. Ну ладно, мне на это пофигу. О, 35. Так, я все кнопки попережал. Время. О, время утра, огонь. Время утра, значит, мы долго сможем при свете побегать. Так. Это Аргентавис. Окей, Аргентавис над, прям на спавне бегают. Это дрон? Эй, чувак! Пст. Он забаговался? Так, ладно. Да вылети отсюда, нафиг, он его убил. Он сейчас на меня переагрится. Так, ой, бляха-муха, не та кнопка. Подожди, я увидел обрыв просто и так резко, хоп, тормознул. Так, ладно, в любом случае, хоть я нахожусь и не под крышей, но вот это вот эффект, типа, увеличенного потребления голода нету. Етить-колотить, ты посмотри, какое здесь безумие. Так, не, давай вот этот хат все-таки отключим дополнение, мне он нафиг не нужен. Офигеть. Это что-то с чем-то. Постройки это просто безумие. Вау.
А уж про то, какой этот мир, это вообще, блин, я хочу уже летуна притомить, я хочу все это дело облететь. Да, я мог взять с собой Птер, я могу взять Кикстартер номер два, это даст мне Птера, но я не хочу ни инструменты брать, ничего, я хочу вообще понять, как здесь выживать, и это самое главное. Так что погнали, погнали сначала посмотрим этот безумный мир. И осмотрим все это помещение. Блин, я пить хочу. Вот надо было поесть хотя бы взять. Поесть попить надо было. А, ну хотя с другой стороны, как бы я бы. Ну ведь вода! Ну ведь вода! Ну попей ты воду! Ну попей ты воду! Ну что ты за человек-то такой? Ну ведь типа ж вода. Так, погоди, а куда ты там текешь? Ого. Не, я туда типа могу спрыгнуть, но я не хочу, я боюсь разбиться. Да я сюда так долго забирался. О, точно, стоять. Ягоды, 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 ягоды. Давай, 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 быстрей. Оп, подождем. Ну, по крайней мере, от жары избавился. Я вспомнил, что можно шмотки состряпать. Ну ладно, погнали. От жары избавился, это означает потребление воды нужно меньше. Это же стекло? Блин, как это очково. Это стекло. Отлично. Так, бегать тогда не будем. Пускай вода пополняется. Все-таки ягода не пополняет воду. Давай сожжем абсолютно все. Еду, воду пополняет потихонечку. Воду, конечно, пополняет, но все же. Блин, это клево. Интересно, это что это? Это, наверное, просто пьедестальчик, да? Поломанные постройки. Кстати, вот музыка из Дюна очень сильно подходит под эту атмосферу какого-то неизведанного будущего. What the fuck? What the fuck? Пошел в жопу! Ой, ёпт, вышло налево, неизведанное будущее. Вот оно, будущее, блин, пауки, сраного уроды. Ай, да иди ты в жопу! Куда я залез? Зачем я сюда залез? А ну, вас всех в баню. Так, где там, говоришь, вода была? Тихо, 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 тихо. Я хочу уже спрыгнуть вниз. Все, я понял, все. Все, народ. Все, я понял. Наверху опасно. Наверху опасно. Нефиг лезть туда, куда не нужно. Вот жил там вот внизу и... Я вам не дамся. Я спрыгнул. Слышь, я спрыгнул. Так, погоди. О, паук тоже спрыгнул. Слышь, я теперь туда уже не хочу спрыгивать. А у меня вариантов нету. Я сюда уже не залезу. А, не залез. Погнали к водопаду, короче. Там я и занырнул. Кстати, улей. Улей. Запомнили улей где? Вот. Я не запомнил. Мне с чем напомните? Когда я буду полдня искать улей. И в итоге не найду. Да ладно, вода, 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 вода. Отлично. Я жив. Так, ладно, живем. Вода есть, еда пополнена. Все, огонь. Так, погоди. А как их ловить? Их надо как-то оглушать? У них никаких показателей, ничего нет у этих дронов. Окей, ладно, с этим разберемся. Они вот просто. Фу ты, господи! Я чуть не улетел. Они просто стоят, тупят и ничего не делают. Так, ладно. Водопад. Погнали, короче, искать спуск вниз. Самый быстрый спуск вниз — это вон тот водопад, про который я говорил. То есть я вот сейчас по нему спущусь вниз. Ну, не по водопаду, как бы это было бы нелогично, так как здесь нету в этой игре водопадов. Здесь есть только имитация водопадов. Что-то, короче, это. С ягодами все плохо. Ну хорошо, здесь хищников на меня не нападают, и нормально. Но я не ожидал здесь увидеть столько много хищников. Это центр, это нуб локация, типа, но залазишь наверх, и уже бах, не нуб локация. Птерчик. Птерчик. Да ладно, топовый практически, предтоповый. 168, здесь максимальный левел 180. Блин, у меня тебе нечем оглушать. Боюсь, кулаком я сам быстрее сдохну, прежде чем тебя оглушу. Такс. Ну ладно, вверх посмотрели, все хорошо. Погнали.
Погнали искать, где можно построиться. Для этого мне нужно сначала добыть ресурсы немножечко и... Твою мать, это не стекло! Это не стекло было! Благо я раскачанный на хп. 600 хп меня спасло. Ну, меня по факту бы 500 хп спасло. Ну, блин. Вы прикалываетесь. Это была не вода. Интересно, эти кристаллы добывать можно? Интересно, а здесь глубоко? Нет, это стекло. О, господи, это паразавр. Тихо, тихо. Тихо, мне тут страшно, я тут ничего не знаю. Здесь много это, безумия вокруг. О, синие кристаллы, это из этой... Из этой изоберации, отлично, отлично. Так, вода есть, еда есть. Еда есть? Это не собирается. Ну ладно, фиг с ним. Зато вода собирается, отлично. Так, что еще? Давай стряпать инструменты. Уже пора. Только мне нужно дерево. Отлично, дерево-то я не собрал. Я ж дерево еще кулаками не бил. Давай, больше дерева, нужно больше дерева. Дерево. Да пошел ты! Ну слышь, а дерево вообще дерево падает? А где дерево? А дайте дерево. А можно единичку дерева? Ой, наркобарь поталось. О, дерево, отлично, господи. Я думал, я дерево быстрее сломаю. Так. Я кустик. Это вон тут пиздюк летал. Я так его буду называть пиздюк. Пиздюками буду вас обзывать в натуре. Так, давай уже ломаем. Мне еще долго пришлось его ломать. Блин. Если каждое дерево так будет падать, это будет, конечно, весело. С лагами, я имею в виду. Точно. Так, ну металл-то это хорошо. Ой, господи. Такая хрень вылезла, голова, блин, из-за камня, я испугался. Это слишком страшный мир, пока что. Он красивый и страшный. Блин, я хочу вон такого чувака притомить. Чё он умеет? Я хочу его притомить. А как его притомить? Наверное, оглушить. Блин, слишком много вопросов, так мало ответов. Но для начала мне нужен летун. Летун это хорошая штука. Так, ладно. Так, добыли ресурсов, состряпали топор, сделал немножечко фундамент, чтобы посмотреть, где можно строиться. Строиться можно абсолютно везде, это хорошо. То есть ограничений нету, то есть я могу даже прямо здесь строиться. Интересно только, есть ли смысл здесь строиться. Так, хорошо, погнали. Как здесь глубоко. Давай. Оп. Ты же такой же, да, чувак? Enforcer. Окей. Точно такой же, только левел маленький. Ладно, в любом случае, строится прямо вот здесь, это тупо. Наверное. Не факт. Построек не видел. Хотя игроков уже полно на сервере, но построек я здесь не видел. Ничего ни одной. Поэтому, давайте где-нибудь построимся, где-нибудь на окраине. Близко к выходу, но не так. Твою мать! Иди в жопу, сраный паук! Падают они сверху, понимаешь ли, мне на голову. Так, здесь уже строится точно плохая идея. Здесь пауки падают сверху. Это паучий дождь. Ладно. Что мне нужно? О, нет, будем строиться там, где я найду какую-нибудь мелочь, типа дошки и все в таком духе. Для чего мне нужна кожа? Кожу я добуду только с них. И, соответственно, с крупняк я не смогу пока что убить, так как у меня нету тупой банально волоса. Вот это интересно, я добуду что-нибудь с него. Хочу добыть. Наверное, кристалл добывается, но сейчас только камень, так как каменная кирка. Жопа. Вот это безумие! Вот это я сейчас испугался. Я такой, вау! Это пойдет в рубрику арк. Ты чё курил? В натуре. Господи. У меня просто в группе ВКонтакте все вот это вот так подобные скриншоты можно добавлять, типа, с безумными картинками. Я ее назвал Арк Тычок Урил. С хэштегом. Поэтому да. Вау, топижар тут очень много летает, топижар, это клево. Но нету дудошек, это фигово. Как я буду кого-либо убивать, если у меня нечем даже убивать? Так, хорошо.
Я просто сейчас подумал, а какой левел паразавр? О, ты мой! Ты мой клиент. Отлично. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. О, три, отлично. Иди. Так. Тихо. Раз. Давай. Убиваем. Убиваем. Подожди. Так, отлично. Скорость у меня прокачана, так что мне пофигу. О, да, 12 левел, это по мне. Это я смогу, это смогу. Отлично, завалили кожа, это здорово. Твою мать! Твою мать! Дагул называется! Хитин! Хитин, это хорошо! Хитин, это здорово! Главное, чтобы этот хитин, летающий меня самого, не завалил, будет вообще здорово. Текс. Ой, у вас там три? Нет, у вас там два. Отлично, мне показалось три. О, господи, это было. Все, успокоились, добываем хитин. Хитин на начальном этапе развития это хорошо. Это сметная полоса, либо седло на птерчика. Птерчика. Эх, еще не скоро птерчика, потому. Кстати, птерчика. Так, погоди. Болос. Ой, это не то. Болос. Два хватит пока что. Ой, нужно поесть. Облом. О, костер. Так, пожарили мясо. Отлично. Забираем костер с собой, так как это S-плюсовский костер, и еда нужна, еда важна. Погнали. Такс. Паразаврик мне сейчас был очень в тему, так что все просто замечательно. Сейчас мне нужно, пожалуй, все-таки найти, где халявный источник кожи, а именно всякие дудошки и все в таком духе, то есть всякая мелочь. Ранео было бы неплохо бы завалить, но, к сожалению, у меня пока что нет адекватного оружия, поэтому да, дело такое себе. Кстати, так как у меня есть кожа, я могу кое-что состряпать. У нас есть мод. Мод стоит, называется А+. Да, есть А+, не минус, плюс. Есть С+, есть А+. И он добавляет такие вот сундучки. О, кстати, я вот эту фигню ни разу не делал. Давай его сделаем. Он типа дает, по идее, какой-то дополнительный урон. Не урон. Урон, не урон. А что он дает? Хантер бонус. Скорость передвижения и... Medina Vision Range. Окей. Я не понял. Мой английский есть плохо. Но в любом случае, это типа. Может. Я вижу. Точнее, меня замечают позже. От кого-то шкребанул меня, что ли? Было бы хорошо. Но в любом случае, я уже нашел свою первую добычу. О, отлично. Сейчас надо сделать лук. Сейчас сразу же надо будет сделать стрелы. И все будет огонь. Кстати, А-плюсовский рюкзак дает возможность состряпывать, допустим, тот же самый наркотик. Ой, оно по-английски пишется. В рюкзаке, но только нужно протухшее мясо. Протухшего мяса пока что нету. Да. Ну, скоро появится. Вот, и, собственно, все это дело я могу делать прямо в руках. То есть без ступки. Но единственное только... Да, для того, чтобы мне это все делать, мне нужен другой рюкзак. А именно вот такой. И, кстати, он прибавит еще дополнительный вес. Надо волокна. Надеваем новый рюкзак. Прибавляется вес. Видите, да? Вот. И, собственно, появляется вот такой сундучок за собой. И я теперь тот же самый Spark Power могу делать в инвентаре. Очень классный мод. Мне, если честно, очень сильно понравился. Это и рюкзак, причем необычный рюкзак, который обычно у нас надевается вот сюда на руку и типа, окей, типа таскай, короче. А именно вот в таком виде рюкзак. Очень удобно, очень классный. Так, с это опять, как там, как вы называетесь? Enforcer, господи. Я думаю, где-то здесь надо построиться. Так, это у нас там спуск или просто глюк текстуры? Ой, это глюк текстуры, классно. Ну, это нормально. То есть,
глюк текстуры сейчас, это вполне нормально. Вот, к примеру, смотрите. Оп, я поднялся наверх. Вот, почему это пока что нормально? Потому что, ну, от этого никуда не деться. Ну, все-таки игра сырая и вышла пару часов назад буквально. Ну, не пару, несколько часов назад. То есть, это как бы вполне норма. Сейчас что я хочу сделать? Я хочу сделать себе лук, сделать стрелы и притомить летуна. Да, первая серия, я хочу томить летуна. Отлично, нашел оленя, это много кожи и мяса. Ху, здорово. Чё-то мне это не нравится. Он, видите, красненьким светится. После того, как я заарканил оленя, он стал летать вокруг меня. Мне это не нравится. А еще не нравится, что вон тот инфорсер катается. Так, погоди. Ну давай, не узнаешь, не проверишь. Это не инфорсер, ёпт. Ты кто у нас? Defense Unit, защитный юнит. Отлично. Это как из Звездных Войнов. Я забыл, как они обзываются, но в любом случае, пока что, либо это баг, либо мне реально повезло, и хоть он посчитал меня за агрессора, но я все еще жив, и это здорово. Фу, а еще у меня все-таки есть мясо, я тухляк, кстати, сделал, все вполне неплохо, и могу теперь сделать себе наркотик. 10 наркоты, это здорово. Так, теперь это не то. Стрелам. Я почти угадал. Делаем. О, 11 стрел, 10 транквил стрел. Так что все нормально. Отлично. Теперь у меня есть лук. Транквил стрелы. Болос. И даже мясо, чтобы притомить. А теперь осталось найти мелкого птерчика. Мелкого, ну, чтобы у меня точно хватило стрел на оглушение. К примеру, ты у нас какой левел? Не, ну это совсем мелкий. Хотя бы 50 плюс-минус. Хотя бы. What? What the fuck? Это было сейчас жестоко. Это ж ты, что ж ты раньше не нападал, инфорсер? Инфорсер! Тих, чувак, ты ж раньше не нападал! Или это не инфорсер? Это что за бабуйня творится? Благо, скорость передвижения. Он это что-то какую-то фигню накидывает. Это фигово. Это фигово. Это фигово. Бежим! Бежим, 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 бежим. Без остановки, без тормозов. Быстрее, 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 быстрее. Пошел в жопу. Ага, отлично. Он какую-то фигню юзает, поэтому я медленно так и шел. Это что за фигня? Где тут идти-то можно? А, иди ты в баню, козел. Да, отстань ты от меня! Отстань! Отстань, противный! Отстань, противный! Да пошел ты! Да пошел ты! Да пошел ты! Едите колотить, как ты ударил! Мне было больно! Мне было больно! Ты понимаешь? Мне было больно! Ай, твою мать! Да пошел ты! Да пошел ты! Да А, ладно, их уже двое сагрилось, а! А че он на меня сагрился-то? У меня только болос в руках. Да ну тебя в жопу. О, это был кошмар какой-то. Ух! Песос. Опаньки. Смотри, какая фигня красивая. О, посмотрите в инвентарь. CD-терминал. Вау! Это что? Вау! Это что это? Ensemble Enforcer? Скаут. О, скаут! Это мелкий. Элемент Dust. А, соответственно, элемент даст сделаем из элемента. Либо осколок элемента. Крафтит. Офигеть. А это инфорсер. Инфорсер, то есть я могу только состряпать его. А это получается... О, у них параметры еще есть. Типа защита, энергия. Ого. И дальность. Угу. То есть мне без варианта нужен будет элемент. Но окей. Запомним мы тебя. Ой, прикольно. Ладно, погнали. Погнали к своему сраному трупу.
кстати, такой терминал не один, я его уже встречал, то есть, ну, в смысле, еще один встречал, и все нормально. Энфорсеры, возможно, на меня напали из-за того, что, собственно, тот меня запалил, да, дрончик, и поэтому они на меня сагрились, но с опозданием, так как, ну, глюканула система, и немножко с опозданием на меня не напали. Возможно. Поэтому, как бы, в этом плане я даже спорить не могу, так как все-таки на меня дрон немножечко сагрился, и, ну, как бы, как ни крути, время-то... То есть, на меня никто не нападал, и время-то, возможно, и не прошло так много-то, чтобы он, типа, не загрелся. 30-й. Плюс 15, 45-й будет. Блин, короче, да, надо. Так что, ах, сорян, чувак, но тут, короче, спать. Отличненько. Тыкс. Спи, моя радость, усни. Оп. Ночью погаснут огни. Такс, ну хорошо. Сделаем привал здесь. Не, ну, писец, застрял. Бывает. Ну, мне самое главное, чтобы чудо притомилось. А, благо, наркобарики есть, наркотики есть, так что с этим у меня проблем не должно быть. Но, блин, конечно, обидно. Ой, то, что я застрял и это... Двигаться не могу, я бы сейчас бы так немножечко пособирал. Да хорош! Что ты не можешь? Вот. Потому что я не надел. Вот, я бы сейчас, конечно, ресурсы пособирал. Ну ладно, подождем, пока уже притомится. Ну блин, как он долго-то не кушает. Это, конечно, да. Вроде бы, если закинуть наркобарики, голод прибавляется быстрее. Вроде бы, кстати, я-то до сих пор это и не засекал. Блин, 4500 часов игры, а так я до сих пор это не знаю. Позор. О, кстати, одно мясо. 10%. Ну, неплохо, неплохо в целом. В целом означает одно, что у меня мяса хватит. Это означает, да, лишь бы только хватило наркобериков и наркотиков. Ну, я все изрядно пытаюсь отсюда выпрыгнуть. Кстати, этот рюкзак не просто рюкзак, если что, точнее, этот мод. Здесь еще есть вот такие крылышки. Собственно, как у того чувака были крылышки, да? То есть требуется жемчуг, требуется слиток металла и будут крылья. Тоже, то есть два в одном, и рюкзак, и крылья. Здорово. Офигенно просто. Так. Терчик томится, все хорошо. А я прочитал про эти рюкзачки. А, суть в том, что рюкзаки... я всегда язык переключаю. Рюкзаки первый, второй, третий, 25, 50 и 100% весов, плюс... Колчаны, не только вес, еще скорость изготовления. Здесь 0, здесь 25, и, 50, и в третьем 100% скорость изготовления. То есть, соответственно, изготовление вот такой фигни в два раза быстрее, допустим, в руках делается, нежели в ступке. Но в руках, соответственно, вы передвижение, все дела. Что еще? И рюкзак большой, он идет с рукопашный бой. То есть... Рукопашный был плюс 25%. То есть у меня, да, у меня урон не 100 был, а 125 всегда. То есть, и, соответственно, если вот я сейчас его надену, то вот, 125. Но колчан это непростой. Как видите, выносливость 600, выносливость 400. То есть колчан, он добавляет основной колчан, то есть первый, скорость движения плюс 25%, больше выносливости 50%, 25% уменьшение видения динозавров противника, то есть противник тебя меньше видит, и, соответственно, второй левел, то есть А+, то есть вот этот колчан, который требует полимер, слиток металла и цементной пасты, он уже добавляет больше скорости движения на 50%, больше выносливости на 100%, 50% уменьшение зрения дирижабля противника, господи, в общем, видимость противника, и требует левел 79, но у меня, как видите, вкачано, то есть скорость передвижения и выносливость
он дает. Ну и, соответственно, тебя противники меньше видят. Но, как бы, это сильно мало нам нужно на ПВЕ. Вот. Хотя, может, и на диких хищников это действует. Ну, в общем, колчан штука хорошая, так как выносливость дает. Если бы я бы раньше это прочитал, я бы не вкачал бы 400 выносливости. Зачем? Хотя вес тоже штука хорошая, хоть и скорость передвижения не дает, а скорость крафта всего лишь дает. Но зато... Кстати, нифига, 188-8. А, фак, я зачем-то стрепал еще один. Ну ладно, пригодится, наверное, не факт. Но ресурсы потратил. Ну, хотя, что там, кожа волокна. В общем, вес... против выносливости. А, вес и дамаг еще. Ну, в общем, скорость передвижения у меня все равно уже вкачана много, так что, блин, ждем. Хотите прикол? Я пока в таком подвешенном состоянии, я не могу есть. То есть, вот я пытаюсь есть, а я есть не могу. У меня вода заканчивается. Также я вот шлепаю и никак. Ну, не одно, так другое. Ну ладно, тут у меня выносливость, о, точнее, оглушение у него заканчивается, и я чувствую, нужно помирать. Не хотелось бы. Очень крайне сильно не хотелось бы. Но, походу, дело придется. Кошмар, как карта-то глючит, а? Чувствую, надо будет перезаходить. Кстати, я выбрался, я молодец, я додумался. Я додумался поставить под себя фундамент и оп, выбрался. Благо я его состряпал, все-таки не зря я его состряпал. Так что все нормас. Самое главное еще раз не застревать. Ну, я теперь уже знаю, как выбираться, так что с этим проблем нету. Сейчас у меня план капкан. Натравить Родео на кого-нибудь сильного, мощного, и как бы, чтобы его завалили. Ну, а я, соответственно, залутал нужный мне хитин. Но не одним хитином я страдаю. Я страдаю еще и кожей. Кожи тоже у меня нету. И это проблема. Так что... Пока птерчик приручается, надо все это залутать. Это что там за бабуйня творится? Я очкую здесь ходить! Сраная карта, блин! Они кого-то тут замочили. О, титанобо. Это кожа и мясо? Отлично. О, еще первосортина. Вообще огонь. Спасибочки. Погнали быстрее томить. Я убрал. Я теперь их очкую. Погнали томить быстрее этого, блин. Тера. Первосортина же. Это такой класс. Вот я только опять пить хочу. Это песос какой-то. Ну ладно, с этим пофигу. Так, ну-ка дай, на, забирай. Оп. И сейчас прям я надеюсь, что прям вот один и все будет огонь. Кстати, каким-то образом эффективность спала. Походу дела, я когда второй стрел выпустил, я уже в спящего выпустил. Либо кто-то задамажил, пока я бегал, но вряд ли бы это бы задамажилось. Блин, я не знаю. Ну ладно, пофигу. Литун, главное, есть и на том хорошо. По крайней мере, на 10 левел. Да, как и говорил. Одна кормёшечка, и все, огонь. Так, с первого сортинка верни на родину. Оп, нифига, ты сам сожрал. Да, ладно, пофигу, все в тебя сейчас скинем. И все будет огонь. Так, с весту 27, отлично. Так, отзываем, на пассивку ставим. Все отлично, все замечательно. Кстати, подожди, давай-ка я место вот немножечко возьму и вот сюда закину. Пускай оно жарится. А вот в следующей серии будем делать на него седло и уже искать место под построечку. Почему бы и нет? Такие вот народ дела. А я пока перезапущу игру и надеюсь, что у меня вот эта вся фигня исчезнет. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и конечно, делиться моими видео с своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.